следующий вопрос о письме арендатора бани и о мерах администрации городского комитета по обеспечению работы бани на край номер 2. Паблик номер 2. Вопрос контрольный. Докладчик Юрьевич Анатолий Дмитриевич. Договор аренды с арендатором не расторгнут. В ближайшее время намерение расторжения данного договора арендатор не высказывает. И при условии участия арендатора в муниципальной программе поддержки и развития малого предпринимательства арендатору будет оказана помощь в виде субсидий за недополученные доходы от своей работы и оказание социально значимых бытовых услуг. Спасибо. Вопросы? Дело в том, что у нас заключен договор с арендатором. Мы свои обязательства перед арендатором исполняем. Остальную работу она организовывает сама, в том числе и свою экономическую деятельность регулирует она тоже сама. Жители, которые беспокоились закрытием бани, они удовлетворены. Баня сегодня работает, да. Работать будет. А по финансовым вопросам этого арендатора, вопрос другой совсем. Да? Если она сможет, будет продолжать. Если нет, то значит закрытие будет, у нас будет возможность вернуться к нему. Депутат этого округа в курсе будет, и при необходимости мы этот вопрос можем опять поднять. А наша цель все-таки защита прав и интересов граждан.